Всем привет! Меня зовут Надежда, и я рада приветствовать вас на своем канале «Зеленая жизнь». А у меня снова пересадка. На ваших экранах вот такие две сансевьерии. Это, ну, как я ее определила, сансевьерия аубрутиана. Вроде бы, я надеюсь, что правильно я ее определила, аубрутиана. Ну, если нет, и кто-то знает, подскажите, поправьте меня. Это сансевьерия голландская, в общем, с голландской поставки. Пришла она ко мне год назад. И пришли у меня вот эти... Ну, она приходила, конечно же, без корней. Вот, потому что всегда приходят они без корней. А дома их нужно наращивать. Я поставила их вот прям вот так вот. Целый куст, красиво, они когда все вместе, это очень пышно, красиво, феерично. То есть я их поставила вместе и любовалась красотой, пока она не начала у меня гнить. Вот, и я поняла, что совершила глупость, совершила ошибку новичка и поставила сразу в большой объем. Поэтому я быстренько ее оттуда вытащила, рассадила по вот таким маленьким стаканчикам. Ну как, это транспортировочное кашпо. Вот. И после этого как бы все пошло нормально. После этого мы начали наращивать корневую. Как видите, вот этот кашпо, он деформировался. Видите? То есть вот тут и вот тут это все дело выпирает. Вот так вот аж прям выпирает. Ну и им пора пересаживаться. И теперь я уверена, что они готовы, чтобы это была нормальная посадка в большое кашпо, чтобы это был совместный нормальный большой куст. Вот. Приготовила буквально три кашпо вот таких вот. Есть квадратное, вот такое вот. В общем, я не знаю, какой из них выбрать. Пришла... О, Боня пришла. Вот, посмотрите, какое... корневище. Ну, вот та, которая выпирала, тут действительно много корней. Для сансевьерии это много корней. Вот. А у этой-то не особо, я бы сказала. Видите, как идет? Не особо. Ну, посадить вместе, конечно же, я посажу. Сейчас примерю. Наверное, это все-таки будет вот это квадратненькое кашпо. Вот такое вот. Оно мне нравится. Дренажных отверстий делать я там не буду никаких. Не хочу. Я просто вниз уложу сюда побольше керамзита и засыплю все это дело личузой. И все. И обсыпать тоже я ничего не буду. Видите, я делала посадку, что у меня внизу личуза и сверху у меня была... А посередине немного было земли. Это была земля для суккулентов. Она была у меня намешана вместе с песком. То есть вот такая вот земля. Такая вот. Она хорошая очень земля. Тут очень много песка. Вот. Гранулки. То есть прям классная-классная. Вот. Так что обсыпать не буду. Просто поставлю. Постараюсь, чтобы ничего с них особо не осыпалось. И все. Посмотрите, как у меня получилось. Ну, как-то так. Я просто поставила и засыпала их личузой. Вот такой вот кустик. Ну, теперь он прям так ничего, да, смотрится. Вот этот лист я обрезала, потому что он сох. Прям вообще ужасно сох. Вот. То есть снизу подгнивало, сверху все сохло. Вот, было им очень тяжело. А сейчас вроде бы даже ничего. Вот такая вот получилась. Но она вообще большая, конечно, вырастает. То есть вот так вот все аккуратненько я засыпала. Ничего не заглубляла. У меня в воскресенье полив сансевьерии. Сегодня у нас пятница. Ну, вот пускай суббота она постоит. А в воскресенье я ее пролью. Ну, с чем-нибудь, не знаю, может быть, с циркончиком, с тем же самым, почему нет. А еще у меня есть вот такая вот сансевьерия.
Вот такая вот она у меня тоже. То есть они все вместе приходили. Вот. Она интересная. Мне каждый раз тяжело для нее подобрать кашпо, потому что ну, вот она вот такая вот. И я думаю, надо посадить ее в какое-нибудь более плоское, что ли. Вот так вот. Но я ее не трогала, пока не было роста. Сейчас я увидела, что пошел листик новый. Значит, у нас пошел рост. Так-то корни у нее есть, все хорошо. Видите, я в прозрачные сажала, потому что, ну, не было корней, они приходят без корней. Поэтому прозрачное – это актуально. Вот, наблюдать вообще за ростом. А когда она пришла, у нее отвалились некоторые листочки. И я просто их воткнула также укоренять. И вот они вот так вот укоренились. Так, орешки тут есть, то есть они вот так вот туда вниз ушли. Вот. И я так думаю, что можно сделать посадку, просто нужно найти нужное какое-нибудь, не знаю, кашпо, надо подумать, что-нибудь типа бонсайницы, что-нибудь такое. Нужно прям к этому подойти творчески, к этому процессу. Сначала найти, а потом, я думаю, сделать что-нибудь очень такое, прям пышненькое. Думаю, будет круто смотреться. Вот такие вот сансевьерии. Ну, вот так вот у меня получилось. Вот такое небольшое видео. Я вас благодарю за то, что вы меня смотрели. Пишите комментарии. Буду очень рада. До новых встреч и пока-пока!